Друзья мои, всем привет! Сегодня, скажем так, такое видеообращение, особенно к нашим подписчикам канала Зуваку, и не только, людям, которые любят аквариумистику и болеют всей этой темой. Что на прошлой неделе от одного из наших подписчиков, Сергея, с города Ахтырки, канал Акваролик, прозвучала просьба, что давно не было у нас розыгрышей на канале. У меня там был определенный этап, который мы преодолели, это 4000 подписчиков, и возникло, естественно, желание, а какой же конкурс организовать. Пообщавшись с Сергеем, Акваролик, я попросил его, так как у него все равно больше общения идет с профессионалами, с любителями аква нашей темы, чтобы он закинул в соцсети, в переписку, в комментарии вопрос о том, какой бы классный конкурс придумать. Потому что ну, не хочется просто там сделать фотку своего аквариума, получить там банку корма или там 5 рыбок в подарок. Потому что это все банально. Потому мысли у меня еще не, ну, мысли не пришли, как это все правильно обойти, организовать. Просьба. Сергей на своем канале уже сделал ролик, тоже видеообращение, чтобы хоть как-то раскачать аквариумистов, чтобы писали в комментариях, какой бы интересно хотели бы вы конкурс, который подошел бы и начинающим, и профессионалам, то есть не только те, которые идеально все знают, разбираются, а еще и сам, ну, большой объем наших людей, которые только начинают и поэтапно влюбляются в наше хобби аквариумистика. Потому, ребята, просьба, я внизу в описании и оставлю ссылочку на канал Сергея, в котором есть ролик с тематикой, где мы будем собирать комментарии, а какой же конкурс правильно придумать. Все свои пожелания, пожалуйста, пишите туда. Потому спасибо за внимание, поддержите эту идею, потому что хочется сделать действительно крутой конкурс.